Здравствуйте, меня зовут Бедоева Зарина Юрьевна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Сегодня я расскажу об американской системе для домашнего отбеливания Opalescence. Принцип данной системы основан на том, что специальный компонент активирует выделение молекул кислорода, а затем вступает в связь с протеинами, которые находятся в потемневших участках зуба, разрушая их. Эмаль зубов при этом не повреждается, только обесцвечивается область пигментации. Это делает систему безопасной и максимально щадящей. Осветление возможно до 10 тонов, в зависимости от индивидуальной реакции на гель, длительности воздействия, концентрации препарата и других факторов. Для отбеливания в домашних условиях в нашей лаборатории изготавливаются капы индивидуально для каждого пациента. Для этого с ваших зубов доктор снимает слепок, по которому изготавливается капа из тончайшего пластика. Капа предназначена только для пациента, который приобретает отбеливающую систему.
Далее при помощи капы вы наносите гель на зубы. Режим отбеливания подбирается индивидуально от 1-2 часов ежедневно до 8-10 часов каждую ночь. Самый распространенный режим отбеливания – одевание капы на всю ночь. Все зависит от результата, который хочет получить пациент, и от чувствительности к отбеливающему препарату. Поэтому, несмотря на то, что вы проводите отбеливание самостоятельно в домашних условиях, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом-стоматологом. Спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки.